Всем привет, ребятки, с вами Джофф, и сегодня у нас на канале снова розыгрыш подарков. Как вы успели заметить, наступила весна, а вместе с этим и солнышко появилось, и птички поют, травка растет, молодые пары гуляют вместе, влюбляются и так далее. И, конечно, по этому случаю нет повода не разыграть на канале где-то около 50 ценных подарков. Как вы знаете, розыгрыши, ребятки, у нас всегда очень простые. Не надо ничего рисовать, ни петь, ни танцевать, и даже в рабство тоже продаваться никому не надо. Надо просто подписаться на пару групп, сделать репост, и потом через какое-то время мы выявим самых удачливых победителей. И сегодня, ребятки, у нас будут вот такие призы. В принципе, более-менее краткая информация у вас уже есть на экранах, и вы ее видите. Но, на всякий случай, для тех, кто не умеет читать, вдруг у нас и такие зрители есть, я все-таки проговорю все это голосом. Итак, у нас, ребятки, будет всего 50 победителей. Первое, второе, третье место у нас, ребята, получат топовую игру GTA 5, которую я лично очень люблю, и все мои знакомые, и Примтанк X6, потому что X6 это имба. Дальше, ребятки, у нас идет 4, 5, 6 место. Там победители получат игру Tom Clancy The Division, в которую я сейчас играю и которая мне очень нравится, плюс Примтанк AMX CDC, который вы сейчас, собственно говоря, и наблюдаете на своих экранах. 7, 9, 10 место – это у нас тоже топовая игра Far Cry Primal, которую я, кстати, еще не играл, но планирую, плюс Примтанк Super Pershing для любителей брони, экранов, ну и немножечко БДСМа. Дальше у нас идут большие раздачи. С 11 места по 20 у нас Примтанк Су-122-44. Тоже, согласитесь, достаточно такая серьезная имба. С 21 места по 30 Примтанк Дикер Макс. Ну и, конечно, целых 20 Примтанков Черчилль 3 для тех, кто займет места с 31 по 50. Ну а теперь об условиях. Во-первых, конечно же, нужно репостнуть запись розыгрыша ВКонтакте. Ссылка на эту запись будет в описании. Во-вторых, нужно подписаться на две группы ВКонтакте – Джова и компании Intel. Третий пункт – просто подписаться на YouTube-канал Джова. Ну и, конечно, последнее – поставить лайк под видео, ведь вы знаете, как Джов любит лайки. Чем больше у Джова лайков, тем длиннее у него… Ну, в общем, это, в принципе, и не важно. Вот такие вот, ребятки, у нас сегодня призы. Надеюсь, они вам понравятся. Вот такие вот достаточно простые условия. Итоги нашего розыгрыша мы подведем ровно через 10 дней, 26 марта, на стриме Джова на главном канале в 20:00 по Москве. В общем, всех жду. А пока что участвуйте, делайте репосты, подписывайтесь. И, как говорила женщина в одном известном фильме, пусть удача всегда улыбается вам. А на этом я с вами прощаюсь. Пам-парам-пам. Пу! Пока-пока.